Посмотрите, какое чудо я здесь нашла. Такая лапапулька. Такая няха. Ты же чудо просто, да? Привет! 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 Поздоровайся! Скажи привет, ребята! Да-да! Привет! Привет! Ты какая няха! Я и видела, как тебя выгуливали! Ой, ты какая-то ругаешься! Тебе жарко! Жарко! Ты какая халёсенька! Вот такая вот лапапулька. Это здесь вот кафе есть. То есть вот там вот моя Зена. Этот не знаю какой отель. Тут кафе. Кто захочет прийти посмотреть на собачку, придет к вам. А у вас есть шашлык, наверное, да? Так что, ребята, вот тут живет это чудо. Такая прелесть. Вот тут и кошки тоже есть. Кошки здесь есть везде. Но такое чудо только в этом кафе. Какая лапапуська. Здорово. Ну что, пойдем дальше погуляем. Если идти из Зены, вот ориентир лодка. Вот есть магазин. Девочки. Вау. Вот такие прелести здесь есть. Сейчас покажу вам весь... Вот такие браслетики кожаные. И еще много-много всего красивого. Ну, магнитики. А вот здесь уже красота. Такая вот интересные такие колечки. Вот эти вот мне понравились. Это на их пока, да? Завтра вот так еще работаем. Так. Еще браслетики. И браслетики. Мужские. Красивые тоже. Очень, там много моделей. Там. Очень красивые. Вообще мужские такие прям. Да, зачетные. Много. Так. Тут... Браслетики, браслетики, бусики. Батарейка у меня садится. Сейчас будем менять. Так. И здесь бусики, бусики. Такие ожерелья. Цены еще не спрашивала, не знаю. Так. Так. Пока снимаю, что есть. Красивые сережки, прикольные. Такие. Вот эти мне нравятся. Прикольные. От сглаза сувенирчики. Еще тут часики. И еще много-много всяких сережек. Любых. А у вас брошки есть? Брошь? Да, серебро есть, брошь. Серебряная брошь есть? Серебро тоже есть, это бюжетель тоже есть. Это брошь, брошь. Это набор брошь, кольцо, серьги. Так, смотри, брошь. Брошь, кольцо, серьги. Это все, да? Отдельно брошь, другой фигурин есть, другой фигурин. Это серебро есть, серебро дорого, конечно, серебро очень дорого. Понятно. Серебро сюда есть. Это. Угу. Сюда можно брошь, а давайте 45 долларов. Сейчас дойдут оттуда. Сейчас дойдут оттуда. Так, в общем, выбор очень богатый. Так, это пояс такой, да? На резинке? Не, ремень. Ну, ремень, пояс. Да. Пояс. Такой ремень широкий. Так. И тут еще кольца. И вот здесь кольца.
И там еще внизу кольца. Ой, сколько колец, шкатулочки. Медицинский А вот тут уже серебро начинается. Да, там серебро. Тут уже серебро. На левом все серебро. И вот это серебро? Да. Серьги, глубинки. Ну, какие глубинки. Так. Кристалл Сваровский, фирюзе. Калцо, серьги. Очень красивые. Все серебро. Сейчас до брошек доберусь. Если батарейка сядет, пересниму. Очень красивые. Там детские. Уже божьи коровки. Угу. Это детские серьги. Написано серебро, 925. Да, серебро, эмай. Какие? Серебро. Ой, сколько здесь. Сейчас буду менять батарейку и снимать. Тут столько всякого. Вообще. Посмотрите, сколько. Тут можно полдня провести в магазине. Вау. Это брошка? А, брошка, все там, вижу. Да, брошка. Брошка. Улитка тоже есть. Улитка, она одна штука серебра. Брошка. Брошка. Улитка. Вау. Серебро. Марказит. Марказит. Чистить можно. Такая улитка, держите. Это я уже сняла, ага, такие вот брошечки. И вот там еще целый прилавок украшений. Сейчас я с обратной стороны снимаю. Обалдеть. То есть, девчонки, кто хочет что-нибудь интересное, сейчас я посмотрю. Что-нибудь интересненькое. Чем меня здесь удивят? Меня трудно удивить. Поверьте, но что-нибудь я сейчас тут присмотрю. Так, все, пока выключаю камеру. Девчонки, посмотрите, какое я шикарное кольцо нашла в этом магазине. Обалдеть. Камень, чтобы вам было понятно. Сколько карат камень? Это много, это камень много. Почему? Где-то 3,2 сантиметра в камень. То есть вот такой огромный. 12-14 градусов. Да. Так что, кто хочет такое кольцо, едем в Чамьюву. Где магазин находится, я показала. И покупаем, да? А вас можно снять? Мне по-русски мало, потому что понимаешь, все нет, извините. Это... Вот. Серебро, султанет, позолота, калцо. Позолота, серебро с позолотой. А так, 925 серебро. Вот, хозяин магазина. Так, сейчас еще вернемся. Сейчас еще раз пойду посмотрю, покажу вам, что есть там на витрине. Сейчас он на витрину поставит, и там через витрину пакет, оно... Пакеты тоже есть. Здесь нет открывочки, модели тоже есть. Угу. Вот так вот. Вот он, как смотрится на витрине. Обалденно красивый. В общем, для любителей... Вот это вот медь. Вот я, наверное, что-нибудь из меди себе прикуплю. Это серебро. Нет, вот тут медь или латунь. Вот это вот. Да, медь, серебро. Это серебро. Это серебро? Угу, позолота, серебро. Вот это? Да. Это медь сюда. Это медь. Проба S925 проба. Экстра свет работы. Понятно. Так. Дальше тут огненный опал. Да, опал. Так. Это тоже Булгарии. Подумать опал. Тут еще куча всяких кулончиков. А это что за камень? Серебро, серебро. Что за камень? Коралл. Это коралл. Это коралл? Да. М-м-м. Яблоко, коралл, море. Понятно. С жемчугами есть. Жемчуг есть. Пандора есть. О, Пандора. Все, что угодно, девочки. Кристалл Сваровский очень популярен. Это Кристалл Сваровский, Калсобак. Это дельфин. Дельфин, да, шикарный. Давайте посмотрим его поближе. Сейчас идем в магазин и посмотрим,
кольцо с дельфином поближе. Пойдемте его достанем. Вау. Кольцо с дельфином. Это что-то, вау. Вау. Нет, обратно верните. Одна модель имеет магазин. Одна модель. Это красотворские. Красота. Обалденный. Вот это да. Вот, девочки. В общем, можно найти что-нибудь такое. Вау. Какой у него размер? Сразу же гидеры бывают. Нет, модельных не сразу. В общем, целый магазин с украшениями. Можно. Пример, пробя, если хочешь, сюда, нет это... проблем. Это мастер регулира. Угу. Так. Вах. Вот такой вот дельфин. Сейчас фокус поймаю. Такой вот дельфин. Да. Ну тут он это... мне на палец. Золото топаз, да? Золото топаз, да. Золото топаз. Золото деньги. Да. Спасибо, снимайте. Серебро, культур. Угу. Давай, это как очень бели. Очень красивый. Это как бели золото. Это радира серебро, родиум. С родиум покрытием. Да, родиум покрытием. Дельфин с родиум покрытием. Да, это угу. Кристалл Сваровский, белый, черный. Угу, очень красивый. Так что, девчонки, угу. За украшениями есть куда прийти. И есть что выбрать на любой вкус и цвет. Так что вот так вот. Вот еще хочет показать вот такое кольцо. Так, фокус. Так, сейчас. Вот такое вот колечко. Такой похож, как на морского ежа панцирь. Или сверху, как на медузу. Как сверху, если смотреть. Красивый очень. Кристалл Сваровский. Здорово. В общем, смотреть можно до бесконечности. Огромный-огромный магазин с украшениями. Даже по-русски написано. Серебро. Серебро, да. По-русски 920 евро. Визит карты. Спасибо. Угу. Есть даже контакт, если кому. Ультрам 10. Есть...